Мы находимся у торгового комплекса «Кольцовский». В это оживленное местечко горожане привыкли захаживать за продуктами. Но мало кто знает, что во время дачного сезона здесь можно поживиться отличной рассадой. Мы много лет на этом рынке. Рынок очень прекрасен. Цены стабильные у нас, невысокие. Есть на рынке все, что душе угодно. И цветы, и продукты, и овощи, все, что хотите. Не поделитесь секретом, на что нужно обратить внимание при выборе рассады? Качество рассады зависит от корневой системы, это во-первых. Если сильная корневая система, значит, все будет в порядке. Корень сильный, и рассада пойдет на ура. А если корень слабый, рассада будет никакая. Расскажите, как идет торговля на Кольцовском? На Кольцовском торговля идет замечательно. Все условия у нас есть. Вот эту всю рассадку, если мы не продадим, директор разрешает оставить. А для нас это важно, не грузить эти ящики. Плюс они заботятся о всем, все до одного листочка сохранят. Если что-то оторвалось, все постанавливают. Охранники охраняют. Условия замечательные. Вот. Единственный подход, погода в этом году подвела. Потому что было очень-очень холодно, потом жарко сразу. А все остальное у нас замечательно. Покупатели у нас уже наработаны, приходят, обслуживаем культурно. А самое главное, что мы обеспечиваем лучшей рассадой. И люди будут сыты на целый год. Плюс цветочки – это для радости. Что чаще всего берут? Чаще всего берут капусту, помидоры, перцы, баклажаны. То, что идет на стол нашим воронежцам. Какие сорта можете для наших земель посоветовать? Самый лучший сорт, самый сладкий – это бычье сердце. Он не очень урожайный, но самый сладкий. Добрый день. В нашем питомнике часто мы выращиваем декоративные растения. Большая коллекция комнатных растений, растений для декоративных садов, прудов. То есть большая коллекция кувшинок. То есть можем предложить и хвойные растения разнообразной формы, от низкого до высокого. Естественно, и лиственных достаточно много. Есть и редкие экзотики, то есть та же самая акеби, японское растение, которое в нашей как бы зоне растет и цветет, причем еще и плодоносит. А что из экзотики является хитом продаж у вас? В данный момент это хвойное растение. То, что касаемо из лиственных растений, это магнолии, это гибискусы декоративного последней тенденции, то есть это махровые красивые цветы, которые цветут с начала и до конца сезона. Естественно, ближе к концу сезона это хит идет, это гортензии метельчатые, которые есть разнообразные сорта и новые сорта, которые выведены от низких до высоких. За экзотическими растениями нужен какой-то особенный уход? В принципе, особого ухода не требуется в данный момент. Это просто должен грамотно каждый продавец дать полностью информацию про то или иное растение, которое, в принципе, будет у них расти. Добрый день, дорогие воронежцы. Торговый комплекс «Кольцовский» рад пригласить вас на продажу саженцев, декоративных растений, цветочно-овощной рассады. У нас каждый год очень большой ассортимент, цены приемлемые, доступные. И люди с удовольствием приходят, уже постоянные покупатели. Ждем вас!